Красота и здоровье. Как оптимизм влияет на здоровье и красоту? Оптимизм – это способность человека верить в хорошее, во всем искать только плюсы. Оказывается, оптимизм является отличным лекарством в борьбе со многими, особенно сердечно-сосудистыми заболеваниями. Недавние исследования, проведенные учеными, доказали, что уровень кортизола у оптимистов ниже и остается более стабильным в условиях стрессовых ситуаций, чем уровень кортизола у пессимистов. Уменьшение уровня кортизола может привести к повышению иммунитета, снизить чувствительность к боли и дать вам быстрый прилив энергии. Ученые доказали, что люди, имеющие позитивный настрой, меньше болеют, а если случается, что они заболели, то их выздоровление происходит быстрее, чем у тех, кто живет в сомнениях, не уверен и пессимистически настроен. Уверенность в себе, в завтрашнем дне, ясные приоритеты и цели – вот те факторы, которые способствуют скорейшему выздоровлению и укреплению иммунитета. Будьте оптимистами и будете здоровы! Нажимайте на кнопку, подписывайтесь на канал, ставьте лайк.